взяли кукурузу, чтобы сегодня вместе с фасолью, с ребятами развести ее. Ну что, у нас 19500, это 520 килограмм, да? Один мешок 1500 стоит. 1500 это $15. 15 американских долларов стоит один мешок кукурузы. Сколько? 50 килограмм это, да, мешок? Да. 40. По 40 килограмм. 40 килограмм. Угу. Yeah, из того клича, который мы дали в отношении сбора финансов, на то, чтобы вот нам здесь как-то благословить людей, помочь людям, откликнулось всего лишь несколько человек, и мы, по правде говоря, мы вообще собрали только там... 50 долларов. Да, 50 долларов. Там даже, кажется, один только человек откликнулся, одна семья, который да. пожертвовал. Одна Спасибо семья. Большое вам, ребята. Семья Мисик, да? Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Давайте. Мы не смогли бы увезти. Да. Но... Маша. Тонну бы мы смогли бы увезти. Но две не смогли бы. А, как мы хотели. Мы поехали дальше. А куда пойдем? Мы уже там были. Мы купили кукурузу. Мась тоже помогал грузить кукурузу. Смотрел, как грузит кукурузу. Да, Рычи? Его надо вместе брать, наверное. Это фасоль, которую тоже сейчас добавим ко всему. У ребят тут лежала фасоль. И будем раздавать по... Это тоже пожар. Не тяжелый. Ну, серьезно, не тяжелый. Просто что разорван. Вот это да, да. Тот, что разорван. Да, это тот, который... Фасоль, миссия Окей Африка и также кукуруза готова в путь по селам. Да, это наша дорога в церковь. А мы везем кукурузу, мы везем фасоль в одну из церквей, которая здесь, в пустыне, особое внимание уделяет в том, чтобы кормить сирот детей, которые здесь остались в пустыне, и кормить дов, мужья которых уже умерли, и у них нету никакого дополнительного обеспечения, помощи в семью. Они остались одни. И Володя говорит, что здесь в пустыне есть несколько церквей, которые своей такой дополнительной, как служением, как миссией, считает именно уделять внимание вот таким вот семьям, таким вот людям. То вот все, что мы пожертвовали, все, что мы собрали, все, что загрузили, мы везем дальше. Уже в церковь, где это все будет распределяться среди людей, которые находятся в реальной нужде. Вот у нас Микаэль впереди едет. Молодой миссионер. Друзья, вот это здание, это церковь. Это церковь, куда мы везем наши продукты. Ну что, друзья, вот этим людям мы привезли еду. Это наши братья во Христе. Они так же, как и мы, верим в Иисуса. Они точно так же, как мы, знаем Его жертву. Его любовь к нам. И теперь они знают, что у них есть братья, которые их любят.
которая их благословляет, помогает им. Таков был Божий план, чтобы тот, кто имел, делился с тем, кто не имеет. Словили, скажи, Шмуля, скажи God bless you. God bless you кукурузку, God bless you фасольку, чтоб умножалась у них в домах, да, чтоб чудо было Божье. Сколько нам приблизительно от той церкви до следующей ехать? Столько же, сколько от дома. А сколько от дома? Ну, минут 15-20, да. Это минут 15-20, друзья, это на машине, это не пешком, это на машине. От нашей миссионерской станции, от поселения Керио, 40 минут на машине до самой дальней точки, где мы можем раздать эту еду людям, которые находятся в реальной нужде. Друзья, ну вот здесь, под этим деревом, собираются наши братья во Христе. Это церковь Иисуса Христа.